Приветствую, друзья. Снова выбрались мы покопать в лесок. Особо сейчас никуда не поедешь, потому что поля засеяны, трава вовсю лезет. Так что остается только леса. Вот так уже у нас в лесу. Ну тут еще ничего, мы там ходили поболее травы. Здесь хорошо ходить, так что вот так вот ходим. Есть у нас уже находочка, не первая. Вот так вот, как видите, вот этот погреб был. Мы вот так вот его увидели. А вот там вот чуть дальше там дорога, и там прям на дороге дом. Фундамент. Не дом, а фундамент. То есть и так мы начали здесь крутиться. Значит, покажу сразу там, что у нас сегодня было. Было, ну такого мы не снимали, желания особо и не было. Такое все раз в час попадается, а то и в два. Вот такое вот 10 копеек 43-го года. Короче, 2 копейки наших. Уже не ходячки. Алюминиевый, да, уже не ходячка. 94-й, не помню, там алюминиевый ценится. А какой год, не помню. Там, по-моему, год штемпель. Ну, приедем, посмотрим. Особо не верю, конечно, что мы найдем сильно дорогую десюлька. Это мы там заезжали на пляж. Мечтали золото найти. Короче, вот такое золото нашли. И все. Короче, груски, пульки вот такие. Вот такая вот, смотрите, козырная какая пулька. Не помню, как называются, там их есть много этих. Это я повыкидываю, на что не надо. Давай, ты их вон собирай. Короче, вот такая пуговка. Что-то или с якорями, что-то, короче, тоже мы там возле пляжа нашли. Это советская. Ну да, она алюминиевая, что-то непонятно. Вот так. И вот возле этого дома мы крутанулись разочек. И прямо на дороге выпала вот такая вот полушка, скорее всего, она там затерта, но по размеру полушка. Там не этот, скажи. Полушка там... Елизаветы. Там этот всадник и там ничего не написано. Написано внизу. 1759 вензель красивый. Здесь вот Георгий Победоносец убивает змея, а здесь внизу так написано. Так что и сигнальчик. Где ты? Прикрыла. Вот так вот она лежит. Фотки уже сделали. Еще не смотрели. Что за монета. Блин, вот это она затерла. Это шайба. Павел. Чешу. Павел Первый, да? Я вообще не вижу отсюда. Николай. Николай. Блин, так затерто, Галим. При жизни подзатерто. Николай Первый. 2 копейки. Серебром. Серебром. 1840 год. Приятная находка. Конечно, было бы хорошо, если был рельеф получше. Но все равно. Полдня уже ходим. То есть такие находки под конец дня, конечно, радуют. Сейчас походим вокруг этого. Там, правда, ужара такой, блин, метровый залез туда в яму, в погреб. Ну ничего, покрутимся. Посмотрим, что будет. Продолжаем поиск. Вышли на вот такую вот полянку, через которую идет дорога, в принципе, через которую мы и пришли. Походили тут, но особо сигналов и нету. Короче, и выпал нам такой вот советик. Что-то он продырявленный.
Еще обои не смотрел. 3 копейки, блин. 31-й год. И взяли. И в хорошем сохране. Блин, а тут, конечно, что-то поиздевались. Шайба, блин, какая-то, да? Куда-то, наверное, вставляли. Ну да, что-то непонятное, блин. Затертая, причем она не сама по себе затертая. А здесь вот так. Односторонняя, можно так сказать. На этот, как она называется, делали? Маниста. Маниста, да. Советская маниста. Ну, продолжаем поиски бочком. Да. Короче, ходим дальше. Получается, ну, был вот так вот сигнал, ямку уже наполовину закопали. Вот такая выпала нам еще 20 копеек 46-го. Малеха, я ее черканул, она бочком была. Так что вот такая вот монетка. Ну, ходим дальше. Вот там вот получается, вот там этот домик в округе. Так, крутимся, крутимся. Ну и находки понемножку есть. Пойдем дальше искать. Набрели мы что-то на какое-то место. Тут что-то куча сигналов разных. Мы пока только первые копнули. И у нас выпадает советик такой. Советик. Еще не терли. Троячок. 57-го года. Так что хорошенькая такая монетка. Золото партии, как видите, вытер и все чистенько. Еще дома водичка помоется и вообще класс. Короче, вот там вот у нас еще сигнал, даже два, я бы сказал, там что-то оно так бренчит, непонятно. И вот тут еще сигнал, поменяли катушку, чтобы более глубокие сигналы ловить. Так что, ну, что будет, еще покажем. Итак, друзья, прошлись мы, короче, в ту сторону, там по той стороне дороги, так не знаем уже, метров 600-800, вернулись уже по этой стороне, ну и пришли уже к домику, вон фундамент, чей фундамент, погреб, и вот так уже с большой катухой начали повторно проходить. И попался нам сигнал. Не знаю, где он. Короче, вот. Короче, еле мы нашли. Катушка видит, а пин-пин-поинтер нет. Короче, вот такая вот. С закруточкой. Сейчас я положу так, чтобы было видно. Давай, я хочу подержу. Оно, правда, загнуто. Мы думали, звезда. Но оно не звезда. Походу, там или орел двуглавый, что-то такое. Оно вот с закруточкой, загнуто. Надо дома помыть. Походу, как серебро. Ну, а там, в принципе, посмотрим. Посмотрим, погадаем. Вот так вот лапки или что там загнуто. То есть, вот такие вот дела. Вот такая вот находочка. Еще сейчас покрутимся здесь. Немного, я думаю, полчасика еще. Так вот вокруг этого погреба, ну, от домика вот так мы сюда по кушерям пролезли, как бы мы ходили от дома к погребу, так же и лезли, то есть там вот видите ветки, все, короче, ну вот так вот, еще походим, посмотрим, что найдем, обязательно покажем. Очередная находочка у нас, уже мы тут кружляем, ну и короче, вот такая вот, походу, как копейка. Малеха досталась ей. Сейчас почистим, не почистим, потрем. Да, вот это лучше видно. Поздняя копейка, поздние советы. 76-й год. Да,
копейка 76-го. Так что вот такие вот дела. Ну, мы уже двигаемся к машине. Так что я думаю, вот уже дорога тут осталась, там 30 метров. Так что, если что-то будет, покажем. Ну а так, вообще, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Ну и всем пока-пока.